Так, здорово всем. Добро пожаловать. Будем пробовать развиваться следующего уровня. Так. Специализация. Что за специализация еще? Вот непонятно. Как мы специализируемся? Чек, макашенка, есть материал. Обучалка была эта странная, и она зависла на обучалке. Так и не смог понять, что в списке. Вот, ну ладно, разберусь потом. Все равно мне главное прокачаться сейчас до 20-го, потом до 25-го, да? Самое оптимальное будет. Правда, я не понимаю, что там с ПВП этим дурацким режимом. Ой, мы уже валим кого-то покруче. Так, и для начала вообще. Начнем с того, что у меня есть. Можем. Нам посох все равно нужен получше. А как мне получше посох-то раздобыть? Сколько там получаем с одного ма? Что, получаем неплохо. Посадки, интересно, здесь качнуться смогу. Понятно. Так, а здесь нам надо что-то подизучить, да? А вот вопрос, что? Так, давай-ка я дефенс изучу, хотя... Ну да, немножко подизучу. Так, бафы все кончились, что ли? А, ну да. О, наконец-то посох нормально. Ой, я думал, что я уже его не получу. Хоть что-то по-человечески дали. Так. Дали-то по-человечески, а вот проблема тут в том, что... Так, модифицировать его. Модифицировать его, блин, нечем. Вот этот посох надо было модифицировать. Да я не додумался. Ладно, побегаем тогда, повалим здесь пока всяких чудиков. Надо хотя бы до 20-го левела дойти. И я к вам вернусь. Так, вроде звук я настроил получше. Должно быть, по крайней мере. Так, ну вот достиг я 20 уровня, тут какая-то партия. Все, ливнули. Нафиг мне какая-то партия нужна. Ask Mount the Order. Go. Так, Return Home, confirm. Давай-ка посмотрим, что у нас в Home есть. Это вот очень уже интересно. То есть у нас есть свой домик, надеюсь.
Ну, блин, не уверен. Потом надо дойти до 25-го левела, чтобы посмотреть, что там еще будет. Сейчас PvP какой-то режим открылся, это еще тоже вопрос. Хорошо ли это или плохо? Надо будет шмотки поразбирать. Можно будет что раскладывать. Так, это и есть мой дом, типа, да? Так, это у нас мебель. Так, мне по-любому нужен будет сундук. Так, обустраивается само или мне надо будет обустраивать? Так, и чё, никак не подвинуть? А, вот так поставим посередине, если он светить вообще будет. Шкаф. Коврик. Или нет? Газета. Так. Ой, у меня комната преобразилась. Прикольно. А, так этот журнал был. Я понял. Так, у нас сколько здесь места, вы мне скажите лучше. Так, мы не можем выкладывать зелья. Мы можем выкладывать различные предметы, да, вот которые мне и надо выложить. По умолчанию нам Макс не ставит, вот мне интересно. Как-то поинтереснее, и вес, кстати, освобождается, да? Так, ну давай тогда мы сейчас сделаем кое-что другое. Во-первых, подойдем сюда. Чё это за хренотень? Монстр карт. Не понял кое-что другого вообще-то. Эту я хрень, может, смогу поглотить как-нибудь. Так, а у нас фуд столик есть? Можем уничтожить. Нет, монстр карты я уничтожать не буду. Значит, у нас каждое здесь хранилище. Но я говорю, каждое хранилище здесь, да? Под что-то-то нужно.
Здесь не хранит. Вообще юмора не понял сейчас. Работает все, мягко сказать, через одно место. Я еще к тому же приблизил, хотя не собирался этого делать в помине. Никак отдалить даже не знаю. Я не знаю, как отдалить теперь. Так, нашел чем позаниматься. Так, в дом мы можем зайти только раз в 15 минут. Ну лады, я с него вышел. Че ты хочешь? Так, надо потом домой забежать, послать вообще весь лишний хлам. Это еду, всякую такую остальную муротню. Почему раз 15 минут можно бегать, я что-то так и не понял. Конечно, с ящиками то открывается, то, блин, не открывается. Вообще ничего не понял. Странно это как-то все. Побегли далее. Мы вообще бежим, мне интересно. Ого, далековато. Тобой надо потрындеть, я понял. Так, понятненько. Яичный тост. И почему было нарисовано наковальня, никто не скажет? Это довольно забавно. А, это по заданию надо было им сделать еду, или нет? А, мы можем так готовить, да? Так, я вот тортик бы хотел сделать. Thank you.
Тепты. Ни хрена не понял, как тут готовить, ну ладно. Паром приготовил, блин, себе яичницу. Сам не понял, как. Ну да уж, гениальности прям тут до предела. Прилично. Так, я на полный экран развернул. О, некоторым не нравится, что написано LD плава. Что-то так и не понял, какая разница-то. Я, может, хотел посмотреть, как это полностью на компе выглядит. Так, бабла у меня 422. Нормально. Правда, комнатка довольно-таки маленькая. Я думаю, побольше будет. Даже слишком скромно, я могу сказать. Там. Раз к этому квесту нельзя сделать, любопытно. Но 121 уровень уже. Остался только 25. Чтобы понять, что вот это за хренотень. Да и в принципе 10 игре-то толком. Странно как-то, ну ладно. Одно ухожу на Паузякин. Вы покинули зону сохранения. Мне просто по поводу PvP здесь довольно-таки интересует итог, блин, вещей. Хотелось бы их узнать. Ну вот непонятно, как это будет все работать. А, мы опять к этому лагерю бежим? Да. Можно было оттуда и не сваливать. Так, дадимся 25 уровня. Пошли охотиться на солдат опять. Потом домой надо будет залезть. Так. По поводу разбора предметов. Разбор предметов у нас вот. Есть кувалдочка такая, ну, наковаленка. И мы тут разбираем предметики. Кому, в принципе, интересно. Можем соединять, можем разбирать.
Можем улучшать. Но пока я улучшать ничего не буду, это лучше оставить. Ну вот это, конечно, бы я немного улучшил, но... Увы, ах. Я улучшил... плохой посох. Вот в магазине будут проверить, сбегать. Ну, сейчас прокачаю здесь тогда. Потом сбегаем, проверим магазин. Посмотрим. Так, нужен противник посильнее. На этом мы будем долго прокачиваться. Гарцу Данте. Так. Фиш-трап, ловушка для рыбы. Забавно даже. А, ну ладно. Да, самое эффективное здесь, по ходу дела, по заданиям бегать. Может, сейчас и поднимем нормальный уровень. На мамах я меньше опыта поднимаю. Кого там надо попинать? Магия не пользуется, мне интересно. Ой, какая магия у него так говёная. Вот как-то противников. Так, мы магию как-нибудь можем вообще прокачать, интересно. А 30, да? Ha!
конечно, в этой игре как бы нормально все, но такого вот именно размаха как-то не чувствуется, если честно. Кейзерти и то в этом плане гораздо интереснее. Нет, потому что здесь всех завалили уже. Так, мне что-то дали. Погоди-ка, я сейчас могу улучшить? Макс смешно, если честно. Любое оружие можно пиндюрить. Хоть лук, хоть топор. Магией-то мы можем пользоваться в этих моментах. Вот что интересно. Да, можем. А, он поменял оружие. Ну, ёлы-палы. Без посоха вообще никак. В принципе, да, можно, конечно, его переоборудовать, чтобы он делал то, как надо. Мне. Ладно, пошли разговаривать с этим Алайном. И откроем непонятно что. Мне просто интересно, что это за хренотень. Наверное, вам тоже. Так, level up. Очень рад за вас. Нифига мне опыта дали, что аж на 67% чуть ли не скакануло. Протнемся. Здесь телепорты все-таки есть, но они немножко по-другому устроены. Так, вот и мы прибыли сюда. Так мы главный город, бараки. Понял. Чуть-чуть не хватило, зараза, да? Ты подлая какая. А, блин. Долгие загрузки здесь, сразу это немного раздражает. Серию я уже, кому интересно, снимаю где-то часа полтора. Все эти загрузки все оставлял, блин, тут было бы намного дольше. Там мы сейчас грацуем. К другой загрузке. Прелестно. Садись. Отлично, 25 левел. Что это за хренотень? Мне уже даже ничего не интересно. В принципе, игра-то хорошая, если бы не загрузки. Так, что это за? Это у нас... А, это ежедневные задания. Сделайте квесты, залогиньтесь. Ага, после 25 уровня становится доступным. Я понял. Ладно, горцуем в хоум. На этом, народ, я серию закончу. В принципе, все, что надо, я посмотрел. Игра, в принципе, неплохая, но... Не, слушай, эти загрузки, они меня, блин, убивают. Это просто уже кошмар какой-то, ей-богу. Так, я смогу в эту хрень залезть?
Наконец-таки. Ну, хоть в эту могу залезть. Правда, она мне не нужна. Это единственная проблема маленькая. Ладно, народ, на этом я закончу. Всем удачи, всем пока.